Рост налоговых сборов в 2021 году составил от 9 до 16% на различных уровнях. И это результат комплекса мер по разным фронтам деятельности. Почти двойное увеличение налоговых проверок привело к 12 уголовным делам. Еще 36 возбудили на основании материалов о создании юрлиц с использованием подставных лиц. Еще одной важной мерой, которая привела к росту сборов, стала реализация проектов «Рынки и общественное питание». Обязательному и повсеместному соблюдению законодательства по применению контрольной кассовой техники и как следствие увеличения выручки, повышения роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота в сфере общественного питания. Федеральная налоговая служба России уделяет особое внимание развитию электронных сервисов. Одним из них стал личный кабинет. Здесь сконцентрирован весь набор услуг, поэтому популярность только растет. За прошедший год личные кабинеты открыли 50 тысяч налогоплательщиков. Представление новых сервисов, которые налоговая служба вводит для физлиц, упрощение процедур, бесконтактное, как уже было сказано, взаимодействие с налогоплательщиками позволяют говорить о том, что наша налоговая служба стала по-настоящему деловым партнером как для юрлиц, так и для физических лиц. Более того, очень часто помощником в решении каких-то задач, которые требуют консультации, которые требуют разъяснений. Впереди дополнительные налоговые послабления и пакетные решения для отдельных отраслей. Такие меры позволят всем вместе преодолеть любые трудности, что бы там ни говорили из-за рубежа.